сфере электроэнергетики. По итогам согласительных процедур с ФАС России тарифы у нас остаются неизменными, то есть на уровне 2021 года. То есть тариф остается 4 рубля 86 копеек за киловатт-час. Безусловно, в сфере электроснабжения по сдерживанию тарифов для населения работа продолжается и в рамках регулирования на следующий год. Безусловно, в сфере тарифов на тепло, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, безусловно, по всем муниципальным образованиям, за исключением отдельных каких-то исключительных моментов, тарифы останутся неизменными. И, соответственно, совокупная оплата граждан также останется неизменная в сравнении с 2021 годом, но при одинаковом наборе коммунальных услуг. Безусловно, если потребление выше, то, наверное, плата должна быть выше, ну и фактически так и получится. То есть в серии тарифных решений те поручения губернатора, которые были сформированы еще в конце 2021 года, они были исполнены. За исключением, как я уже отметил, это военных городков, бывших военных городков, где ресурсоснабжающая организация является ФГБУ, ЦЖКУ.